С начала текущего года для сотрудников всех учреждений были проведены лекции по разъяснению закона о борьбе с коррупцией и проведены различные тесты. В Жамбылском политехническом колледже состоялась научно-техническая конференция на тему «Современные технологии и механизмы по противодействию коррупции в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Основная цель – применение современных технологий и механизмов противодействия коррупции в учреждениях данного ведомства». Участие приняли около 200 специалистов. В ходе конференции были даны рекомендации по вопросам анализа коррупционных рисков и их устранения в уголовно-исправительной системе. Помощь получаем. Молодежь приходит на работу. Если их заранее предупреждать, объяснять им согласно плану, то в будущем молодежь не ступит на путь коррупции.